Я только за. Дети должны приходить в школу учиться, а не играть в игрушки и не отвлекаться. Закончились уроки, ради бога, позвонили родителям, им там выдали где-то, что мама, папа, я закончил, я иду домой или заберите меня. В школе им делать нечего, они должны общаться, а не зависать в гаджетах. Я думаю, что это неправильно, потому что все равно в некоторых моментах, в экстренных ситуациях детям нужен телефон, либо может что-то в семье произойти. То есть много всевозможных вариантов. Непосредственно на уроке, да, я бесспорно согласен, что необходимо изымать как-то, запрещать детям пользоваться сотовыми телефонами. Прекрасная инициатива, потому что я сама учитель начальных классов, и нам это очень мешает в работе и в жизни в целом. Согласна. Почему? Не отвлекает от учебного процесса. А безопасность контролирует? Учитель на связи всегда. В принципе, да. Не против. У меня ребенок почти не пользуется в школе телефоном. Поэтому для нас это не будет болезненно. С одной стороны, это хорошо, это дисциплинирует. С другой стороны, всякие моменты могут быть в жизни. Да. Поэтому полностью отстранять от телефонов, я думаю, не стоит. Родители будут переживать. Нужно найти какой-то компромисс в этом плане. Нормально. Мне все хорошо. Я им даже не пользуюсь в школе. Пусть люди общаются, ребятишки лучше общаются между собой, чем в гаджетах сидят. Безопасность контролировать можно другим способом. Раньше в наше время в советское безопасность контролировалась, и не, пусть милиция контролирует, охранники и так далее. А общение живое между детьми, оно всегда лучше, чем через социальные сети.